Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Ги, и мы в этом видео собирал подарки в честь день рождения такому проекту, как Imagine Roleplay. Ему исполнилось 4 года, это довольно-таки немало. Надеюсь, этот проект еще проживет столько же, потому что мне здесь очень нравится играть. И я здесь играю уже сам почти 4 года. Всего добавили 40 подарков, ну а собрал я 32. Надеюсь на вашу поддержку, пацаны, в виде лайков, потому что, ну, это уже реально традиция, то, что я снимаю видео про подарки. Ну и также не забывайте подписываться на канал, давайте попробуем апнуть 15 тысяч подписчиков до конца этого месяца. Хочу вам напомнить, что я играю на первом сервере Imagine Roleplay, мне Кирилл Путбуль, не забывайте вводить маник по регистрации, и также не забывайте вводить мой промокод, пишите вместе капсом, Кирилл Гейм. Только вы прокачаетесь до 10 уровня, вы получите 150 тысяч. Мой промокод можно вводить на любом сервере Imagine Roleplay. Желаю вам приятного просмотра. Итак, первый подарок находится за военкоматом в Батырево, вот в этом месте, вот внизу. Второй подарок находится на территории чеченской мафии, также в Батырево, вот в уголку возле забора. Следующий подарок находится на территории ФСБ за вот таким вот тиром. Вы бежите вот сюда, и здесь, получается, стоит подарочек. Следующий подарок находится также в Батырево, получается, вот здесь, вот где покупать металл. Вот здесь их чекпоинт, где покупать металл, за вот таким вот ангаром, и вот здесь в уголку находится подарочек. Следующий подарок находится, где заброшенный мост, получается, вот он, Ашан. И здесь находится подарок. Следующий подарок находится на крыше в Южном, где 8 бит. То есть на крыше 8 бит, вот здесь находится подарочек. Мы его берем и получаем денежку. Ах да, предупредит Денис Кирева и Руслану Футболю. Следующий подарок находится в Батырево возле администрации. Вот администрация, здесь раньше было СМИ, еще давно-давно. Вот банк, в принципе, здесь рядом есть, получается, вот такое вот здание. И вот здесь находится подарочек. Следующий подарок у нас находится тоже в Батырево на крыше лесрубов. То есть вот в ангаре и вот на этой крыше, у въезда, которая находится, у нас подарочек. Следующий подарок у нас находится, получается, за магазин одежды в Батырево. Вот магазин одежды, вот здесь находится на карте, думаю, видно, вот. И здесь находится у нас подарочек. Следующий подарок находится, получается, в заброшенном доме. Вот сюда забегаем, и где-то здесь должен быть у нас подарочек. Вот он. Вот, в последней комнате у нас, получается, подарочек находится. Находится это заброшенное здание возле фермы. Вон ферма. И вот через два дома, получается, это заброшенное здание, домик точнее. Итак, следующий подарок находится на причале в домике рыбака. Вот, забегаем сюда, и здесь у нас получается подарочек. Итак, следующий подарок находится на космодроме. Вот космодром, здесь стоит типа такая вот ракета, и за ракетой находится подарочек. Но он находится за вот таким вот электро каким-то хернями, короче. К ним, если что, нельзя прикасаться, потому что они вас убьют, поэтому будьте аккуратны. Нельзя к этой штуке прикасаться, она вас может спокойно убить. Итак, следующий подарок находится на крыше дома возле депо. Вот, получается, вон там у нас депо. И вот первый домик, получается, ближе к депо, и здесь находится вот подарочек. Итак, следующий подарок находится в Арзамасе. Вот здесь раньше была больница, то есть СМПА. Получается, давайте вот на карте покажу. Вот, возле стадиона, вот это здание, и вот здесь находится на крыше дома подарочек. Вот он здесь спрятан, так сказать. Берем его и посмотрим, что нам выпадет. 16 кредитов, довольно-таки неплохо. Итак, следующий подарок у нас находится в деревне Корякино. Вот, возле домика, получается. Давайте вам на карте покажу. Вот, Корякино находится недалеко от Бусаева, если что. Вот здесь военная там часть. Ну, не часть, а база такая маленькая, военная. И вот здесь находится, получается, у нас Корякино. И вот здесь, возле дома, есть у нас подарочек. Следующий подарок находится возле, получается, вокзала. Получается, сейчас вам покажу. Вот, берем здесь подарочек на крыше. Вот, я взял подарочек на крыше. Сюда по-другому не забраться, зимней физикой, поэтому давайте вот так вот отлетаем. Вот, короче, вокзал, вон там вот находится. Блин, сейчас разъебусь. Сейчас будет пиздец. Аккуратненько, аккуратненько, блядь. Я такого не ожидал. Короче, вон вокзал. И здесь, получается, находится у нас подарок. Вот, внизу. Вот внизу, вот, подарочек находится. Я думаю, вам его видно, вот. Как бы забраться на него можно либо через машину, либо с помощью вертолета. Короче, тут два варианта только есть. Следующий подарок находится в Батырево на вышке возле склада. Вот склад, и здесь находится у нас, получается, подарочек. Егор Комков и Арсений Путбуль, приду вам привет. Следующий подарок находится в Харели, недалеко от Грузчиков, за вот таким вот домиком. Вот такой вот домик. Здесь, если что, еще гараж открывается, вот.
Такой вот гараж здесь есть. И вот за этим домом находится у нас подарочек в Гореле. Следующий подарок находится недалеко от Южного. Здесь есть выезд такой, который ведет в тюрьму. И здесь вот, вот за камнем находится у нас подарочек. Вот он в воде. Ныряем и просто забираем, получается, этот подарочек. Следующий подарок находится недалеко от автосалона, получается. Вот здесь вот есть подарочек. И летим дальше. Вот автосалон. Вон там вот. И вот здесь находится подарочек на доме. Итак, следующий подарок находится, получается, у нас в лесу, недалеко от арены. Вот, получается, здесь у нас по Тырево идет речка. Вот здесь арена находится. И вот здесь в лесу находится этот подарочек. Вот. Вот, отогрели недалеко. Вот, ехать по этой дорожке. Я думаю, все понимают, где это находится. Итак, следующий подарок находится за казино Батырево. Кто не знал, Батырево есть казино. Вот оно, где находится. Давайте на карте покажу. Вот этот мост, в принципе, вот здесь находится у нас вон там вот подарочек. Вот он. Сейчас ныряем, берем подарочек, в принципе. Вот здесь он у нас находится в воде. Итак, следующий подарок находится возле ОПГ Солнце. Здесь вот такая вот есть труба. И здесь также в речке лежит подарочек. Вот он. Давайте его, в принципе, возьмем. Итак, следующий подарок находится в Арзамасе на крыше дома. Вот здесь вот находится подарочек. Давайте его возьму и покажу, где это все находится. Находится, повторюсь, это в Арзамасе. Так, берем подарочек. Вот, короче, у нас вокзал здесь есть недалеко. Вот вокзал. И вот здесь есть такое поле. И вот здесь есть один домик. И на этом домике находится у нас, получается, подарок. Итак, следующий подарок находится недалеко от того же дома, который я вам показывал только что. Вот. Вон тот дом, короче. И вот здесь есть поле. Давайте вам на карте покажу. Вот здесь находится у нас подарочек, получается. Итак, следующий подарок также находится в Арзамасе. Тоже недалеко от вокзала. Вон. Вот там вот у нас вокзал находится. И вот здесь на крыше дома находится у нас подарочек. Здесь когда-то давно была администрация Арзамаса, если что. Вот здесь еще кран стоит, я думаю, вы найдете это место. Итак, следующий подарок находится в порту возле Батырева, где продавать рыбу. Вот это место, в принципе, но я, по-моему, сюда не заберусь. Так, нет, я, видите, не могу забраться сюда, потому что у меня эта ебаная зимняя физика стоит. Давайте пробовать с разгоном забраться. О, получилось, отлично. Я взял канистру. Все, идем дальше. Итак, следующий подарок находится, где клуб в Батырево. Вот, открываете на карте. Вот, здесь есть клуб в Батырево, короче. Это вот такой вот бизнес, кто не знал, короче. И мы бежим вот сюда. И здесь, в туалете, по-моему, есть подарочек. Сейчас мы его заберем. Давай сейчас добежим. Здесь еще ВЧ рядом. Вот, сюда забегаем, в другую кабинку. Вот, здесь есть у нас подарочек. Все, мы его забрали. Я застрял в дырке. Ладно, это ничего страшного. Итак, следующий подарок находится недалеко от ОПГ Южного. Вот, забегаем в вот это здание. Здесь есть у нас подарочек. Вот он. Сюда запрыгиваем. И вот в таком вот подъезде у нас есть подарок. Давайте покажу на карте, в принципе. Вот здесь такой дворик есть. Через него можно заехать вот таким вот образом. И вот здесь, получается, в этом доме есть подарок. Так, следующий подарок находится в Арзамасе. На вот таком вот домике. Здесь еще недалеко от Эридиана, ну и вообще вот мост недалеко, Арзамаса. Давайте на карте покажу, вот это домик, вот въезд от Анашана, который ведет, получается, в Арзамас. И вот на этом домике находится подарок. Итак, следующий подарок находится, как ехать из Батырева в Арзамас, возле гаражи, вот на такой вот крышке небольшой. Давайте вам покажу на карте, в принципе, вот здесь находятся особняки, здесь рядом также есть ВЧ и свалка. И вот здесь, среди гаражей, есть такой вот домик, здесь еще есть эстакада, и здесь находится подарок. Итак, следующий подарок находится у нас в туннеле, как бежать на военную базу перед вот таким вот переходом. У нас находится подарочек, давайте я вам его покажу. В принципе, вот, ну, примерно здесь, вот туннель здесь есть, короче, возле ОПГ Солнца. Вы туда забегаете, бежите по этому туннелю, и перед этим переходом у нас стоит подарок.